Маша! Что? Машка! Марина! Спишь? Маша, ну что? Что ты, Маша? Это же я! Я Маша! Я Семен! Я же только хотел спросить у тебя, хотел поинтересоваться. Ты так испугалась. Я хотел у тебя спросить, ты спишь, что ли, Маша? Маша! Маша, ну что? Ну что ты? Это же я. Я... Ой... Что? Сенечка! Ну, я кто же? Сенечка! Что? Чего? Семён! Чё, Семён? Маша! Подожди, ну, Маша! Машка, я же не за этим, подожди! Я ж... Говорю, что хотел только у тебя спросить. Поинтересоваться. Маша, скажи мне, у нас случайно от обеда ливерной колбасы не осталось? Ну, знаешь, Семен, я всего от тебя ожидала. Но чтобы ночью с измученной женщиной о колбасе говорить, этого я от тебя ожидать никак. Нет? Лошадь какая, или как муравей работаю. И вместо того, чтобы дать мне хоть в постели минуту спокойствия, ты мне даже в кровати такую нервную жизнь устраиваешь. Сеня, если хоть сам не спишь, дай мне выспаться. Я тебе говорю. Сеня! Ну, Маша? Сенечка, это я. Ты? Да. Чего тебе, Маша? Я говорю, если ты сам не спишь, так ты хоть дай мне выспаться. Чего? Сенечка, а почему же ты раньше не накушался? Чего не накушался, Маша? Ведь, может, тебе с мамочкой всегда больше всех. Ведь, может, тебе с мамочкой всегда лучше всех накладываем, а? Что? А зачем? Зачем это? А? Зачем это вы вместе с мамой? Вместе с мамочкой? Мне больше всех накладываете. А? Это ж вы не случайно мне с мамочкой больше всех накладываете. Это ж вы с психологией. Мне больше всех надо. Мол, Семен Семенович у нас нигде не работает. О, а мы ему побольше. Семечка, погоди. Погоди, это ты погоди. Погоди. А когда я? Я с тобой всю ночь под одним одеялом, можно сказать. Я сказать. Один на один. Всю ночь голодаю. Так ты еще начинаешь на мне выгадывать на колбасе. Ниночка, голубчик мой, разве я выгадываю? Да. Ниночка, что ж это такое делается там? Всю ночь на колбасе. Тебе на какой хлеб намазывать, на черный или на белый, а? На какой? На какой? На какой? Вот как раз цвет для меня никакого значения не имеет. Почему же не имеет? Почему? Потому что есть я все равно не буду. Как не будешь? Ну как? Вот так вот. Не буду и все. Это почему же еще не будешь, а? Почему? Почему? А? Почему, да? Потому что ты вон не просто так
намазываешь. Ты со вступительным словом намазываешь. Ты ж пока всю душу мою на это дерьмо не израсходишь, так не намажешь. Сказал, не буду есть. И все. Ну, знаешь, Семен, так жить нельзя. Нельзя. Нельзя? Что ж мне по-твоему? Что ж мне по-твоему? Подыхать, что ли? А? Что мне? Подыхать? Ты что домогаешься? Ты что, Мария, так домогаешься? Ты моего последнего этого вздоха домогаешься? И доможешься? Доможешься, Мария? Я тебе, Мария, в тесном семейном кругу. В тесном семейном кругу скажу. Что ты, Мария? Ты, Машенька. Ты, Маша. Сволочь. Сволочь и сукина дочь. Yeah.